Короче, смотри, знаете, где встаньте? Не там, а вот здесь. Вот здесь вот прям. Вот здесь. Не, туда не, туда не подходит. Вот, короче, я продавал овощи и прочее с огорода вот здесь. И люди подходили. А если здесь, здесь сесть, то прям будут подходить. И овощи с огорода. Просто у вас, можно я потрогаю, узнать вот этот вот. Ну, лимонад, в принципе, еще прохладный. Просто вам, добавляли, можно еще льда. Вам, короче, нужно такую штуку, которая сохраняет ледяное состояние, ну, как морозилка временная. Это пиво. Ну, ты же видел, как родители пьют пиво? Ну да. Не пьют? Да. Нифига себе. Я тебе отвечаю, лично они просто алкоголь. Они просто алкоголь пьют, да? Они не пьют пиво. Да. Блин, круто ты сказал. Они пьют пиво, они пьют не пиво, они пьют алкоголь. Алкоголь и пиво — это разные вещи. Это разные вещи, да. Блин, ну видите, здесь просто сейчас время, когда люди не ходят. Вам нужно именно в то время, когда люди выходят, например, в 7 часов. Ой, с 5 до 7. Так мы с 5 до 7 тут. Так мы в 7 примерно. Так сейчас, 5 часов скоро будет. Может, в тенек перейти? Давай в тенек. Ну давайте в тенек. Вот она разве у папы с мамой слышала. Лучше, когда люди с работы приходят с 5:30 до 7. 50 рублей вот такой стаканчик. 50. Не, нужно все-таки подешевле сделать стаканчик простой. Я могу тебе даже бесплатно. Нет, ну мама с папой это сказали. Да, хотя бы. Ладно, пошли, и ее просто. Блин, ну вы круто сделали вообще, вы молодцы. Ну хорошо, куда переводить? Ну давай я попробую перевести. Лимонад, да? Да, лимонад. Хорошо. Сейчас я посмотрю.